Правление Владимира Мономаха в качестве киевского князя началось только в 1113 году. На княжение его призвала знать Киева. Испуганная восстанием народа против ростовщиков, Мономах восстание подавил, а также выяснил причины его возникновения. Желая предотвратить подобное в будущем, он серьезно способствовал установлению норм долгового права. Устав Владимира Мономаха значительно облегчил участь закупов, должников и наемных работников. Правление Мономаха ознаменовалось и борьбой с кочевниками, половцами. Князь Владимир не только помогал другим русским властителям в борьбе с ними, он два десятка раз сам заключал мир с половцами, был сторонником организации рейдов вглубь половецкой территории и привлечения народного ополчения. Нужно отметить, что подобная политика сделала Мономаха популярным в народе.